Hi guys, welcome to my channel Vasi in the Hay. My name is Sergey. This is my channel about life in Russia, about people in Russia. Before this video is starting, please subscribe to our channel, subscribe to my Instagram. There's a lot of things from my Russian life, a lot of photo, a lot of video. And sorry guys for my voice. I have a little bit sick, I think it's flu. And of course guys, if you like what we do, you can support our channel. All information you can find in description. Friends, do you remember the video where a young pregnant girl lived with a drug addict brother? The girl's name is Dasha. Dasha was 8 months pregnant. We rented an apartment for her. We moved her, and then she gave a birth to the other in a normal, not dangerous conditions. Who has not seen this video, I will leave a link here. Dasha's brother's name is Misha, and I thought that Misha would end up very badly. But 2 months later, Dasha called me and said that Misha was living with his friend and he had stopped using illegal substances. We decided to go visit Dasha and also talk with her brother, because it's a really amazing story and you guys see it for yourself. Подъезжаем к пятерочке. Миша сказал, что подойдет сейчас сюда. Смотри, постригся. Вообще выглядит по-другому. Здорово, Миш. Ты прям посвежел. Конечно, после видео. Вообще новый человек, можно сказать. Ну, благодаря ему. Да? Привет. Ты его друг? Да. Как зовут? Инвер. Инвер? А ты как? Ты у него живешь, что ли, да, получается? Офигеть, дашь микрофончик, Дим? Да. Слушай, красава. Да, ну я на видео посмотрел, там, короче, ну, как они реагируют. То есть со стороны это дико выглядит, очень дико. Мне не понравилось. Ты офигел, когда да, себя увидел. Да, я увидел, особенно прививо, это вообще. Да. Вот название этого ролика, как, скажи. Это ужас. Страшно? Да, конечно. Я посмотрел, ну, как бы... И у меня как глаза, ну, перед глазами пелена получается, я не вижу, то есть, со стороны, как это выглядит. А когда я смотрю на себя со стороны, посмотрел и посмотрел, как люди на это реагируют, я подумал, что, ну, это совсем дико, это надо, значит, что-то менять. В принципе, 21 год уже, и поэтому да, свое отгулял уже. Ну, это даже не то, что отгулял, это, можно сказать, отболел, я отболел, тебе так скажу. Да. Потому что отгулял — это немного разные вещи, тебе еще как раз-таки гулять и гулять. Только надо это по-хорошему делать. Скажи, пожалуйста, как ты познакомился со своим другом? Очень, да, очень давно. Давно? Очень. Лет 6, может, 7 назад. Они тоже как бы увидели видео, он сказал, все, он не остановится, я забираю его. Да? Да, и вот с того началось, поехал там. Первое время, первый месяц было тяжело, уже месяца почти, ну, 53 начинается. И как бы, ну, с каждым разом все легче и легче, то есть компанию поменял. Много кто ролик увидел, то есть сами отвернулись, кто-то наоборот сказали, молодец, то, что ну, на видео вот, ну, все откровенно, типа. И как бы люди есть. Сами, да, как и есть, сами люди отсеялись. Ты представляешь, вот сколько на самом деле, почему я так жестко назвал этот ролик, чтобы молодежь посмотрела и охоту отбила напрочь. И я думаю, на твоем примере, вот то, что ты действительно, ну, рассказал нам, да, решил с нами поговорить, я думаю, многие люди просто даже вообще мысли откинули об этом, понимаешь? Лучше не употреблять. Я честно скажу, я очень слабо верил, что ты сможешь измениться. Да, я честно тебе скажу, поэтому я даже так жестко назвал ролик. Но я очень рад, что вот такой друг у тебя нашелся. Это очень круто. Ты, ну, можно сказать, спас жизнь. Понимаешь? Расскажи, как вот ты к нему пришел. Как это было? Ну, ты в ролик увидел? Мне про ролик сказали, я посмотрел ролик, увидел то, что, ну, все не очень хорошо, печальная ситуация. Да. Пришел к нему, у нас вот еще один друг есть, Мишик. Да. Тоже нам, мне помогал с Мишей. Ага. Мы пришли, поговорили, я сказал, там, типа, не хочешь поменять образ жизни, ну, переезжай ко мне. Весело будет, типа, что, как раньше, в старый добрый, мы раньше очень много времени вместе проводили. Ну, а так, ты живешь с родителями? Да. А как твои родители к этому отнеслись? Спокойно, они тоже его столько же, сколько и я знаю, то есть для мамы это еще один ребенок. Да? Так сказать. Круто. Так мы его решили забрать. Пока слушай, это получается. Очень здорово. Дайте руку пожму, вот прям молодец. Это мужской настоящий поступок, да. Вот. Я понял то, что, ну, мало вероятности, что кто-либо поможет.
Да и она была нулевой абсолютно. Да, я тоже думал, что нулевая. Ну, я как бы вот сколько даже, ну, люди говорили, там, едь в реабилитацию. То есть, я говорю, люди просто реабилитация, они, ну, могут опять начать, то есть, у них да. сами говорят. То есть, без реабилитации можно все бросить. То есть, самое да. главное, самому себе какую-то цель поставить и дальше идти к ней. Миша, расскажи, как это было, вот, как ты бросал, какие были ощущения? Ощущения? Какие самые тяжелые дни были там, не знаю? От этой суеты, ну, то есть, что происходило, ты отошел, поменялось другое, мы там играли во что-то, то есть, mm-hmm. ну, не было времени об этом думать. Самое фиговое было то, что, ну, ты когда спишь, там, сон приснился, как-то употребляешь, ты просыпаешься, и такое ощущение, то, что это был не сон, а реальность, и ты, как будто, вот, употребил, mm-hmm. просыпаешься, и вот это вот ощущение, то, что ты, вот, как будто, обдолбался опять, uh-huh. и uh-huh. все, то есть, вот это самое страшное. Но со временем эти сны уходят. Но это ощущение тебя пугало? Меня, да, ну, мне приснился сон, как я покурил, и я думаю, ну, и меня, вот, я кайф словил, и я думаю, блин, я столько времени не употреблял, это было где-то на периоде полтора месяца, я закурил опять. И мне не понравилось, как, ну, у меня, то есть, как кайф пришел во сне, то есть, и меня теперь это пугает, то, что я сейчас опять покурю, ну, и вот так плохо будет, и, ну, mm-hmm. поэтому я не собираюсь, и полностью уже все решил для себя, то, что больше употреблять я не буду. Какие планы на жизнь дальнейшую, расскажи. Блин, пока что... Работа, да. Под конец лета на море собираемся. Ага. Вот, то есть, на море. А работа где? Работа, пока мы определяемся, мы что-то свое хотим. Там сейчас дни города будут, там сладкая вата, что-нибудь такое. А, ну просто что-то продавать, да. возможно, закупил, продал. Да, ну чисто на себя, не чтобы на кого-то там деньги делать, а чисто самим себе. Ну, круто, молодец. Скажи, вот ты пошел за своим другом Мишей, да? Ты один за ним пошел или с родителями? Нет, как один, ну, не с один, с Русиком. С другом, с третьим. Вы забрали. Мы пошли с ним, поговорили. Я ему сказал, что ты не хочешь поменять что-то в жизни. Пора бы уже одуплиться, скажем так. Вот ты пришел да, в чужую семью. Как тебе восприняли там? Я подумал, что ну, одному будет тяжело. Нужна какая-то поддержка, нужно менять круг общения. Да. И приняли очень хорошо, как бы, и вот mm-hmm. до сих пор вместе находимся. Всем то есть спасибо вы полностью, за это. Да, Мишу и кормите, и все это, то есть, да? Блин, это здорово, здорово. Как с квартирой вы думаете? Вот, ну, с квартирой, я не знаю. Даша говорит то, что сейчас вот мужчина сегодня вечером должен заехать. То есть ремонт он приезжал уже, он оценил. Mm-hmm. То есть сегодня вечером заезжает, то есть будет жить там и делать ремонт. А, я понял. То есть вы как бы сдаете ее, получается? Я не знаю, это нет, Даша. Это чисто. Даша, да? Ну, дешевле ремонт и пойдет. Будет. А, нет, понял. То есть он будет жить и делать ремонт, да? Да. Ну это Даша там чисто суетится, как бы, ну. То есть ты решил сам избрать себе жилье, разрабатывать и отделиться от Даши, да? Ну я думаю, вообще, я бы хотел, ну я думаю, со временем я по-любому из этого города уеду, потому что ну, он мне не нравится. Как бы. И ну, со временем я как бы свою часть отдам Даше, свою часть квартиры, чтобы вот у мелкой был, ну, была своя жилплощадь. То есть, так же, как она сделает, по-любому все дочки. Ну, это очень благородный поступок будет, конечно. Даша родила дочку, да? Да. Как назвали? Аделина. Аделина, красивое имя. Как ты вообще видел ее? Расскажи, твои впечатления первые. Ну, блин, я не знаю, как это описать. Она не описывается, это надо, когда вот будет у кого-то свой, то есть, ну, либо ребенок, либо та же племянница. Ну, это непередаваемое чувство, как бы это очень хорошо. То есть то, что он ну, маленький, растет, когда вырастет, можно сказать, а вот я тебя вот с таких лет знаю, как нам раньше говорили. Да, да, да. И все. Главное, чтобы она сказала, что дядя Миша вот такой красавчик, понимаешь? Ну, я как сестре обещал, говорю, ты родишь, я употреблять точно не буду, но так и получилось. Не, это здорово, честно скажу. А ты верил, что он изменится? Да. Я знал, можно так сказать. Я его просто от себя далеко не отпускаю. А поведение Миши сильно изменилось? Вот, конечно. Да? Нету вот этих. Физические какие-то, да? Вот он даже, помнишь, ты так жестикулировал так вот. Ну, оно, это, все это... На какое-то время оно останется. Да, 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 да. Оно и до сих пор есть. До сих пор есть, да, какие-то нюансы? Потихонечку пройдет. Да, вот так прямо. То есть оно, ну, все равно остается. Угу. Я вот так пришел, то есть, ну, поехали отдохнуть в бар, пришел в бар, сидим, отдыхаем. Я подхожу, что-то разговариваю, у меня мимика лица, ну, я выпил, поменялось, и мне парень говорит, то ты употребляешь, да, что-нибудь. Я не употребляю, говорю, так, разговор момент, произошло видео, то все, второй потом стоит, говорит, я видел тебя на канале, типа, я знаю, говорит, ну, с момента с видео и сейчас я вижу, что что-то поменялось. Он еще так показывает на него, Вася Насенник. Разница есть, да? Разница очень большая, то есть, ну...
тогда вот все только туда, то есть все на сайт, лишь бы купить, где-то найти, чтобы употребить, там с кем-то встретиться, то есть вот этот свой круг общения на тот момент. Сейчас такого нет. Ну, а когда ты планируешь, так сказать, в плавание уходить уже, отпускать друга? Ну, друга я не отпущу. Вы вместе будете, да? Ну, пока, пока на время ремонта, я думаю, точно пока с ним. Ну вот. Да. Туда все, может, к тому времени я уже, не знаю, любовь свою найду, вообще куда-нибудь в другое место уеду. Вот такие планы. Ну, это здорово. Энвер, тебе сколько лет? Ну, мая 17. А тебе? Мне 21, 2 мая. 21, 2 мая. А ты что планируешь в жизни? Где работать? Все подниматься, все выше и выше. Правильно. Потихонечку. И стоять на месте. Миш, расскажи, а вот старые друзья от тебя отвернулись? В основном я сам, кто-то воспринял, а вот тебя снимали, то есть с тобой общаться нельзя. Ага. Кто-то воспринял, а ты красавчик, тоже на видео. Как бы много, кто-то негативно отреагировал, перестал общаться, типа нафига так делать, для чего, зачем, что. А кто-то наоборот, ну молодец, как бы. И как бы первое время они пытались сбить меня с толку, с ног, чтобы я опять с ними встретился, там отдохнул с ними. И ну и все, то есть на этом. То есть первое время они сбивали, да, сбивали с толку, хотели опять но... свою компанию затянуть. Да. Но не получилось. И не получится. Пытались, но не... Да. Больше не получится. Ну, правильно, на самом деле. Это не друзья, Миш, это. Это был так, чисто. Друзья вообще, друзья, близкие люди, это те люди, которые тебе желают добра. Да, да, чтобы ты изменился, тело. Чтобы у тебя все было хорошо в жизни. Да, а люди, которые затягивают тебя вот в это болото опять, это не друзья точно. Так что круто. Я очень рад вообще, парни. Молодцы. Это круто. Кстати, Даша через сколько примерно? Не знаю. Не она сейчас в больнице зашла. Привет. Врача она сказала, то, что ее без очереди должна быть. Прививку сейчас сделает и, скорее всего, дома. А больница дома рядом, да, где? Больница, вот, да, мы отсюда. Там, в центре. Ага. Ну ладно, сейчас дождемся Даши тогда и принципе, побеседуем да. тоже с ней. Друзья, пообщались с ребятами. Честно скажу, я просто в шоке от того, что как Миша изменился. И я, честно говоря, не ожидал, что есть такие люди, которые могут вот просто прийти и взять человека, да, в свою семью, в свой собственный дом. Как это вот вообще? Это очень сильный поступок. И я очень надеюсь, что Миша не свяжется со своей старой компанией, потому что вот то, что было с ним, я не знаю, процентов, наверное, 5 людей, не знаю, 10, которым удается вот выбираться из этого, из этой канавы. Ну а сейчас мы ждем Дашу, сейчас зайдем в магазин, купим ей каких-нибудь подарочков, просто пообщаемся с ней, узнаем, как же у нее сейчас дела. А, точно здесь. Ну, так потише на всякий случай. Даш, привет. Привет. Можно к тебе? Можно не шептать, она приучена да? к шуму, да. Да? А, не спит? Спит, но спит? У меня телевизор горит. Понял, хорошо. Да? Как у тебя тут все изменилось вообще? Да, круто. Вещей много очень стало. Классно, классно. Просто ребенка будет снимать? Нет, не будем, мы не будем снимать, нет. Вдруг... Малышку не будем снимать, это не нужно абсолютно, конечно. Просто если вдруг. Не, она не будет. Не кушала, не знаю, проснется сейчас. Даш, это сейчас виделись с братом с твоим? Он так похорошел. Да, я тоже его видела, мы сегодня уже виделись с ним. Он да. помогал мне да. коляску спустить, да, и прогулялся он со мной до больницы в этом плане. Да, намного лучше все стало. Даже по общению элементарно в этом плане. Он как-то по сообразительнее стал такой, знаешь, концентрированное внимание у него появилось. Да, потому что он живет сейчас с другом и с его мамой, и там, соответственно, такая рука женщины, что ему хорошо. Как у тебя жизнь изменилась, расскажи. Очень круто. Главное, что в тишине и спокойствии на данный момент. Ты когда мне звонил и говорил, что брат живет сейчас там с другом, что у него все налаживается, я вообще с трудом в это верил. Но сейчас я, честно скажу, тоже видел. С трудом верила в это. Он говорит, что он уже все, как бы ничего не употребляет. Но у меня доверие к нему такое. Прям чуть-чуть еще как бы. Я верю ему, но как-то не особо. Ну, потому что это с трудом верится такое, ну, знаешь. Конечно, да. Он так поменялся, что... Потому что это только, как тебе сказать, устаканится, усвоится в головах близких, и кто его знает, я думаю, через какое-то время там, через год там, не знаю, когда но это... Ну, все равно на то, чтобы он пришел там в себя, там не один год нужен в любом случае. И слава богу, что сам, по сути. Да. То есть без всяких там вмешательств, да, помогают в этом плане друзья, но...
Но старые друзья отвалились, я так понимаю. Да, они... Я надеюсь, что отвалились, потому что я не была на квартире, как бы, не знаю всей ситуации, но думаю, что да. Ну, там нет, не до этого. Ясно. А какие планы сейчас у брата, расскажи вообще? Он хочет, получается, у него сейчас заканчивается условный срок в следующем месяце, и он хочет, получается, ну, я так понимаю, куда-то на вахту, наверное, уехать. В общем, он хочет работать. Не знаю, получится у него или нет, но... Это его слова, не знаю, как там на самом деле будет. Ну да, да, да. Поэтому... Но вы с ним стали общаться после этого? Да, он как бы приходил, видел племянницу, как бы... Иногда, как бы, ну, если нужна какая-то помощь, заходит, но я не особо, как бы, он тоже... Он ко мне, со мной не часто гуляет там с коляской, он больше с другой сестрой гуляет там, со сводной. Но все равно, как бы, если мне что-то надо, да, придет, принесет. Поможет, да, так помогает? Да, просто вчера, допустим, была плохая погода, и куда я с ребенком? Никуда, он мне, ну, если надо, помогает. Ну, это хорошо, да. Похвально. Он, то есть, как-то поменялся, более как-то ближе, что ли, начинает. Я просто даже в шоке в этом плане, что, ну, на него смотришь, я прям это... Что с такой недоверчивостью к нему сегодня даже? Ну, конечно. Хочу тебя поздравить с рождением дочки. Это очень, наверное, сложный такой период в твоей очень жизни. Очень был сложный, страшный, да. Страшный, наверное. Как ну, рожать я имею в виду все это. Ну, с тем условием того, что сутки роды шли, и меня стимулировали полностью. То есть, у меня отошли воды, а раскрытия как бы, ну, не было. И вот меня стимулировали, мне всем, чем только можно. Слава богу, все хорошо в этом плане, я родила как бы сама. Но первые две недели я сидеть не могла, это было очень сложно, потому что ребенок на руках, я здесь одна, ничего, я толком ничего как бы не знаю, не умею. Да, да. Видела комментарии по поводу кошки. Да. Давайте я отвечу сразу. Кошка на передержке, кошка, с ней все хорошо, она родила котят. Там очень много комментариев, и мне кажется, вам тоже мозг вынесли. Это просто эти любители кошек, я ничего не имею против животных. Но, конечно же, люди не бросают своих питомцев. Я просто отдала на передержку. Все хорошо. Хорош терроризировать комментарии. Да, все хорошо. Да. Конечно же, животных никто не бросает. Это, даже, ну, это даже жестоко. Там, да. Да, и поэтому... Ну, понимаете, такие моменты даже не обговариваются. Естественно, когда человек уезжает, он свое животное оставляет другому человеку, чтобы он следил там и так далее. Но никто их на улицу не выкидывает. Голодные они не ходят. Вот именно. Я просто настолько люблю животных, что для меня это как бы, ну, было... Как так, как это дома оставлено? Нет, я отдала ее в добрые руки. С котятами. Да это все равно, что газ выключить. Вот ты выходишь, так же и кошку ты отдал, все там позаботился, уехал. Ну. Thank you guys for watching this video. Please subscribe to our channel, subscribe to my Instagram. There is a lot of photo video from my Russian life. And if you like what we do, you can support our channel. All information about it you can find in the description. Thank you guys for watching it. Please be safe and see you in the next video.